Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу показать свой пылесос. Вернее, отзыв о своем пылесосе, которым пользуюсь я уже год. Я купила его в прошлом году, в сентябре, в конце сентября. Вот, мне он очень нравится. Значит, модель моего пылесоса Thomas Perfect Air Animal Pair. Это пылесос с аквафильтром. Он сделан в Германии. Вот. Так, модель я показала. Сейчас покажу сам пылесос. Вот так он выглядит. Он небольшой, компактный. Вот такой вот он. Вот. Значит, почему я купила пылесос с аквафильтром? Выбирала я модели пылесосов. Вот, и в основном сейчас с мешками не очень много моделей, в основном продаются пылесосы с такими пластиковыми контейнерами, но они быстро выходят из строя, там где-то что-то ломается, когда постоянно его вставляешь, достаешь из пылесоса. Вот, моющий мне был не нужен, так как у меня полквартиры плитка, половина ламинат. Вот. А животных у меня нету, поэтому как бы тоже мыть нечего. Вот. Но хотелось, чтобы пылесос хорошо был мощный, пылесосил вот, и был просто в использовании. Вот. Поэтому я наткнулась на такие пылесосы, интересные, с аквафильтром. Они меня очень заинтересовали. Вот в чем его особенность? Значит, все, во-первых, очень легко им пользоваться. Все легко открывается и закрывается. Внутри пылесоса вот такой контейнер, в котором заливается вода. Сбоку указан уровень. Я уже налила водичку. Вот. И вся пыль и грязь оседает непосредственно в этом контейнере в воде. То есть все, что попало в пылесос, осталось в этой воде. Ничего никуда не выдувается, как в обыкновенных мешковых пылесосах. Значит, вот тут сам покажу. Есть вот ни одной такие фильтры. Ну, это такая как обыкновенная губка, то есть через которую проходит пыль, оседает в воде. Вот я их просто вытряхиваю в конце, а воду потом грязную из контейнера я выливаю в унитаз. Потом просто промываю контейнер, просушиваю его и опять вставляю пылесос. Вот, вставила его. Здесь вот еще такой фильтр есть. Ну, это просто такая тоненькая, как ткань. Вот, и еще где-то вот тут вот внизу тоже есть там фильтр. Вот, в принципе, они легко меняются, и не проблема их купить. А есть три режима всасывания. Минимальный, эко и максимальный. А управление в этом пылесосе есть на самом пылесосе и на телескопической ручке. Вот такое. Это включить, это минимум и максимум регулировать. Телескопическая труба. Щетки в комплекте идут. Вот такая насадка. Ну, я одну пользуюсь. Она идет для пола и ковров. Потом есть еще такая функция, можно собирать жидкость этим пылесосом. Тут вставляется вот такая штука, чтобы не было расплескивания. И можно, если, например, что-то вы пролили, все собрать пылесосом. Вот такая насадка для мебели. Щелевая насадка. Кстати, сейчас продается, вот я когда выбирала пылесос, очень мало пылесосов, в которых идет именно такие комплекты насадок. Вот такая маленькая. Тоже, наверное, как для мебели она идет. И еще вот такая, может, турбо. Вот, да, турбо-щетка. Она у меня даже еще в пакете. То есть ее за год не было необходимости у меня ей пользоваться. В общем, раз, два, три, четыре, пять насадок. И вот это для защиты от расплескивания. А покупала я его за 600 рублей в прошлом году. В принципе, сейчас тоже можно найти на акциях такая стоимость. Ну, сейчас, на самом деле, это 650-700 рублей. Ну, как-то вот я недавно видела, где-то в интернете был на акции он 100-550 рублей. То есть, если поискать, можно найти. А такой же пылесос я хочу сейчас купить еще маме, что ей тоже необходимо заменить. Вот,
Поэтому эта модель мне очень нравится. И после уборки, знаете, очень чистый воздух, как будто, знаете, горный воздух в квартире. Так хорошо очищает этот пылесос квартиру. Значит, шнур сматывается. Шнур длинный, я включаю в прихожей в розетку и таскаю его по всей квартире. Пылесос очень маневренный. Ну, в принципе, нормально, не особо тяжелый. И опять же, по размерам, вот как пылесосы Томаса, есть моющие такие бандуры. Этот вполне компактного размера. Вот, то есть где-то хранить его можно вот так, можно поднять, на бок поставить. Вот, ну, вода там внутри, поэтому не буду ставить на бок. Вот, сейчас я буду пылесосить свою спальню. В принципе, в квартире, знаете, я уборку делаю практически каждый день. Это влажная уборка, вытираю пыль. Ну и раз в неделю я пылесошу. Я залила чистую воду. Сейчас я пропылесошу и покажу вам, что будет в контейнере. Вот я попылесосила спальню. Смотрите, вот на крышке есть такая пыль, да, осела. Внутри ковра здесь нету, здесь просто шкурка у меня такая овечья. Вот, и видите, в воде плавает волосы, пыль. Это все со спальни. Хотя я каждый день здесь протираю пол влажной тряпкой. Каждый день. И все равно он находит вот эту пыль где-то. Эти пылесосы вообще не рекомендуются для тех, у кого аллергия, для тех, у кого в семье дети, животные. То есть очень хорошо собирают шерсть именно и пыль. Вот. И что еще хорошее в этом пылесосе? Когда я его купила, на него идет 1 год гарантии, но можно зарегистрировать номер своего этого пылесоса, как-то модель или серийный номер, не помню уже, на сайте именно Томас, и вам дается в подарок еще плюс год гарантии. Итого этот пылесос 2 года гарантии. Вот, я ничуть не пожалела, когда купила этот пылесос. Конечно, он не дешевый, стоит этих денег. Вот, но вы знаете, когда убираешь, ну, действительно, как бы у меня нет проблем со здоровьем, но если кто-то действительно испытывает там аллергию, вот, то это очень незаменимая вещь дома. Опять же, повторюсь, я буду покупать второй пылесос маме такой же. Очень мне понравился он. И знаете, очень приятный пластик, удобный. Все легко одевается, собирается, беспроблемно. То есть даже я не читала инструкцию, когда вот первый раз начинала пользоваться пылесосом. Беспроблемно все снимается, все выдвигается. Не особо громкий. Ну, отключу громкость. Так. Это минимальная громкость. Так, средняя эко и максимальная. Ну, у меня, у мамы мешковый пылесос LG, он гудит намного сильнее. Вот. Тем более, вот меня хорошо очищает, у меня ламинат, видите, с фаской. И в него очень сильно забивается пыль. Вот, кажется, вытираешь, но все равно без пылесоса отсюда ее никак не достать. Поэтому, если вы думаете, какой купить пылесос, обязательно покупайте. Фирма надежная. Вот, 2 года гарантии при регистрации еще в интернете. Вот, я думаю, что вы не пожалеете. Все, спасибо за внимание. Смотрите мой канал, подписывайтесь на него, ставьте лайки, делитесь своими мнениями, комментариями. Всем хорошего вечера. Пока-пока.